Всем привет, друзья! Вы на канале Домашний зоопарк. Один наш подписчик написал нам такую просьбу. Она попросила: поцелуйте, пожалуйста, от меня вашего котика. Я ей написал, что мне его поцеловали уже 100 раз. В ответ она написала: пока не увижу, не поверю. Это Мерзликина Виолетта. Смотри, Виолетта, специально для тебя. Кто первый целует котика? Я. Давай. Ма. И хочется добавить, мы это делаем каждый день, поэтому нам не составляет труда. И также хочется добавить, как развиваются отношения нашего котика с подрастающим воробьишкой. Вот посмотрите, что эта блоха делает на пузике нашего Рико. Он тут вьет, может быть, гнездышко, может, чистит перышки. А он спит. Ну, глаза прикрыл такой. А Рикуша прикрыл глазки от удовольствия. И воробью, как видите, это тоже доставляет немало удовольствия. Посмотрите, какой он пушистенький и какой он приятненький. Ну, кому же не захочется здесь понежиться, как на мягком матрасике.